первом квартале 2020 года Центр «Вера» совместно с районным историко-культурным центром провели для пенсионеров уже 11 экскурсий в различные города Московской области. Затем ввели режим самоизоляции, потом ограничения по возрасту, и только в августе экскурсионные маршруты вновь возобновились. Правда, проводятся они по новым правилам. Обязательно ношение маски. Вот сейчас будут садиться в автобус, обязательно маска должна быть. Потом у нас ограничение по количеству, значит, экскурсантов. 12 человек. Вот, к сожалению, так. А людям, конечно, хочется поездить. В нынешнем году посетить экскурсии смогли уже порядка 200 человек. В этот раз автобус с фирменной символикой программы «Активное долголетие» отправляется в город Дзержинский. Организаторы стараются сделать так, чтобы как можно больше людей смогли поехать в свое небольшое путешествие. Многие обижаются, что записаться повторно нельзя, но все же такой порядок вещей справедлив. Один раз я была в театре на Арбате. Это было где-то в январе месяце. А потом я уехала к дочери в Америку. Меня не выпускали полгода. Ясно. Ну а куда едете сегодня? Что ожидаете от сегодняшней экскурсии? От сегодня общение прежде всего. Вот. И погода хорошая. Ну, больше всего общение, наверное, потому что я соскучилась по родине. В широких массах как-то не принято считать город Дзержинский туристической жемчужиной. И напрасно. Здесь есть что посмотреть. Огромное количество памятников, интересные архитектурные находки, монастырь самой высокой колокольни Подмосковья. Да и находится по соседству. От дороги не устанешь. Если бы у нас не было активного долголетия, мы бы тоже не знали о существовании этого, ну, скажем так, эстетического, культурного, исторического центра. А благодаря тому, что появилась вот эта программа, мы имеем возможность знакомиться с историческими, культурными, эстетическими центрами нашей Московской области. В следующий раз будет организована экскурсия в город Гжель, где ее участники посетят, в числе прочего, музей истории гжельского промысла. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.